Родители учили Лео никогда не жаловаться. У него роскошная квартира, винтажная ванна, туалет эпохи Возрождения и самая лучшая работа в мире. Но всякому терпению приходит конец. И Лео подумал: может, дети, это не мое? И обратился за помощью к экстрасенсу. Вы же творите чудеса, помогите, кажется, я проклят. Даже дважды. Ну, это вряд ли. Это к деньгам. Но с экстрасенсом мне тоже не повезло. Ты, Кашпировский, ты чего со мной сотворил? И теперь Лео... А ну стой! Огромный котел! Должен опять стать человеком. Ну, конечно, в этой тачке нас вообще никто не заметит. А это лучше. За что? На этом пути его ждут приключения, погони и целых 9 жизней. Трепещите, это понимаешь, Спарта! Схватите, они не должны уйти. Все за ними. Fox International представляет. Елена Темников. Эй, ты! Подождите, я все объясню. А ну, отойди от ребенка и подними лапы вверх. Михаил Галустян. И Алексей Воробьев. Ставьте лайк. Плюшевый монстр. Поймай удачу за хвост. Что еще со мной должно произойти? Лися, давай поиграю. Скоро в кинотеатрах. В 2D и 3D.